Давайте начнем. Вот задача, на которой я работал. Вот гипотеза есть то, что пусть у нас компакт, конечная мера Хаусдорфа. Конечная мера Хаусдорфа, и у нас на этом компакте есть обобщенная функция, ее при этом я попала в класс LF, ну, с LF 2D19. Правильно, что тогда это обобщенная функция нулевая. То есть это один из вариантов, можно сказать, это принцип неопределенности. То есть у нас, если функция очень концентрированная, то есть обобщенная функция, ну и LP тоже может стать концентрированной, вот это критический, на самом деле, показатель. Что у нас происходит с принципом неопределенности Гейна тогда? Вот, ну вот, я тут выписал определение меры Хаусдорфа. И, значит, начнем немного с истории задачи. То, что если у нас не критический случай, то есть P строго меньше, чем 2D19, то это было известно. То есть множество теорема, да? Вот то же самое, то есть весь компакт конечной меры Хаусдорфа, обобщенная функция с носителем и попала в LP, но у нас не критический случай, то есть здесь неравенство. То тогда это известно. Ну, значит, история, то, что у нас... можно сказать, что началось Берлинга, он рассмотрел случай, когда одномерный вот этот некритический случай. Потом Адамс и Полкин, они доказали некоторые результаты, с которого можно вывести вот эту теорему, но сами они в своей работе ничего похожего не формулировали. Дальше потом Эдгар и Ризенбранд разобрали случай, когда у нас размерность компакта достаточно большая, то есть больше, чем D-1. Вот, ну и саму теорему можно сказать, что доказал Кахан, он доказал чуть-чуть более общий результат, чем предыдущий, то есть не критический случай, он критический в случае, так скажем, в случае, если у нас то же самое, есть компакт, конечный мир Хаусдорфа, обобщенная функция лежит в этом компакте, но теперь она попала в класс Соболева, потенциальное пространство Соболева с отрицательной гладкостью, вот, тогда у нас, опять же, верим в принцип лёда, то есть такие вообще функции только нулевые могут, то что они концентрированы и попали в какое-то пространство. Да? Но предыдущий результат выводится, потому что у нас верно вложение, что если у нас не вложение, то что при вложении действует из LP при больших двойке в пространство Соболева отрицательной гладкости, ну тут надо эпсилон ставить. Вот. Поэтому получается, вот ровно не если проверить такие параметры, получается, там получается ровно непредельный случай. Извините, а у вас там в предыдущем слайде преобразование кси. Нет, здесь не надо преобразование по Фурье. Да? Да, потому что преобразование, наоборот, мы берем, у нас преобразование по Фурье попало в ЛП, да, а Фурье действует из ЛП в отрицательном пространстве, значит, само обобщенное функция попало в пространство Соболева. Ну, тут отрицательная гладкость, соответственно, вот, альфа-минута была. Вот. Хорошо. Немножко про предельный случай. Предельный случай был разобран, если мы какие-то ограничения на структуру компакта наводим. То есть, ну, началось там, то есть, если предельный случай, вот Розенблант разобрал, если у нас гладкая поверхность размерности. Органовский и Нарайнян разобрали случай, у нас C1 гладкая поверхность произвольной размерности. Дальше вот эти результаты обобщила Сентлеране, она доказала. В случае, если мы меру Хаусдорфа заменим на упаковочные меры. Это упаковочные меры, они соотносятся с мерой Хаусдорфа примерно так же, как размерность Хаусдорфа с размерностью Минковского, если кто-то этим занимается. Вот. Ну и есть еще связанный результат, там Хейр и Рогинский, они показали, что у нас, если мера заряда принадлежит классу Соболева отрицательной гладкости, то у него нижняя размерность Хаусдорфа не может быть маленькой. Это нижняя размерность Хаусдорфа, это то,
Но эти есть два камня, Плотин и Куш. Если рожать Кукуа, один это Плотин. У нас два правильных, Кукуа 2 больше, чем Плотин. Наш Кукуа 1, а та взялась пробой нашей бесконечности, это сразу следует, что равно нулю. Ну, как у обычных Меркурий-Торка, только вот вы двигаетесь по второму параметру, там также вот они сказали, что идет какой-то момент бесконечность, потом вот может обратиться, потом ноль, так же, как и обычный Меркурий-Торка, только вот, если мы двигаем только второй параметр. А вот если у строго меньше единицы, то там уже вот этот принцип нарушается, потому что вот просто, например, если мы возьмем обычный отрезок, альфа-у от него будет строго меньше бесконечности и строго меньше больше нуля. То есть ваш альфа-1, отрезок единичной разности, от обычного отрезка у нас там уже получится нечто странное. Вот. И получились следующие две теоремы, что если у нас есть компакт, положительные результаты, тут вот две формулировки, значит, давайте вот вторая теорема, это так же, как в принципе неопределенность, которую мы и начинал работать. Вот есть компакт, у него конечная теория вот эта вот емкость. Ну вот емкость, тут второй параметр, вот первый параметр это вода делить на p также, а вот второй параметр это куштрих, пополам, но куштрих это как бы двойственный показатель. Вот. И вот у нас попал в пространство Лоренца. Тогда верен принцип неопределенности. Ну, также можно для зарядов, вот то, что заряды не могут быть сильно сингулярные, тоже вот если у нас есть заряд, у которого при влиянии Фурье попало в пространство Лоренца, тогда оно не видит маленькие множества. То есть есть маленькое множество и заряд, которого при влиянии Фурье попало в пространство Лоренца. Тогда оно их не видит. То есть тоже не может быть сильно сингулярным. В каком-то смысле заряд – это как общение иерархического результата. Так, ага. Ну и на самом деле, вот как бы пример тоже работает в этом общем случае, то, что у нас, если вот в этом больше, чем куштрих пополам, то уже можно построить меру, которая относительно компакта. Компакт будет вот нулевой этой емкости, а мера попадет в разный креп, идет ну, в пространство Лоренца. И как раз оказывается, что чтобы вообще построить пример, то есть вот эти вот положительные результаты нам говорят, что чтобы построить пример, надо вот ловить разницу между вот этими емкостями, когда у нас Q строго меньше единицы, потому что у нас, давайте просто, если мы поставим это, то у нас будет по штрих пополам, то строго меньше единицы. Чтобы построить пример, надо понимать, как вообще ловить разницу между вот емкостями, когда даже вот это вот обычный результат, который без всяких Лоренцев, нетрусских узоров, чтобы просто его построить, мне пришлось вот понимать, как ловить разницу между вот обычным Меркурий-Торфа и вот той емкостью, когда мы вот сюда ставим параметр меньше единицы, второй параметр. Ну, давайте я пример, как устроен. Давайте примерно, значит, что у нас. Давайте вот рассмотрим случайную величину со значениями и мерами. Мы что делаем? Берем внутри единичного кубика, случайным образом кидаем другие кубики. И на этих кубиках усредняем вероятностные меры рельефа. То есть у нас S идет случайный сдвиг, а вот это вот, например, вот эти нарисуют картинку. У нас только если вот единичный кубик, мы у него случайно, независимо друг от друга, накидали кубики со стороны их амплитуд. Тогда и на них усреднили, вот на этих кубиках вероятность на мир либе усреднили. Это будет случайная величина мюмер. Вот такая. Так что, если мы подождали, можно
выбрать конкретное раскидывание вызовов, то есть конкретное значение исключения величины, которое будет определять какие-то неравенства, ну, не неравенства, которые нам помогут в доказательстве. Значит, потом, как строится пример. Мы берем, значит, случайное накидывание кубиков, потом один из кубиков заменяем, в нем опять берем случайное накидывание кубиков, потом во втором, в третьем, и вот тут какой-то один конкретный шаг. Мы взяли кубик и заменили его на случайное накидывание кубиков внутри него по вот этой вот схеме, которая нам дает вот конкретное значение случайной величины. Ну, вот тут я выписал более формально, и какие параметры, которые нам дают. То есть у нас на конкретном шаге, у нас вот на этом шаге у нас мера – это какая-то сумма, вот эта вот мюкута – это вероятность мера либеда на кубике кубита. То есть на шаге у нас вот просто сумма вероятностных мер на каких-то кубиках, ну, с какими-то коэффициентами. Вот. Дальше по параметрам, просто такой радиус, значит, мы взяли и вычли одно слагаемое и заменили его на раскидывание кубиков, вот, заменили вот меру либеда на этом кубике на, вот, на меру либеда, ну, которого соединена там, вот этим кубиком, там, раскидывание, вот, это один шаг. И вот предельная мера, при правильном выборе всех этих последовательностей, если там наша последовательность очень быстро росла, тогда предельная мера будет как раз удовлетворять ну, вот эти теоремы. Вот. Ну, давайте немножко про то, как ну, что, примерно как я строю. Ну, значит, зачем вообще случайно это делать? Потому что на самом деле это действительно для... Потому что при обладании фурье они на самом деле очень много реагируют на регулярные конструкции. Можно было попробовать вместо того, чтобы случайно накидывать кубики, брать вот кубик, заменять на кубик регулярную конструкцию. Да? Но смотрите, значит, вот у нас где? Вот теорема. Значит, почему регулярно на самом деле не сработает на приведенном фурье? Но она сработает у нас просто кто? Приведенный фурье действует из пространства Лоренца в пространство здесь вот квадратичное. Вот. И регулярная конструкция, с работой, если мы попробуем построить пример пространства Лоренца, но при приведенном фурье оно слишком остро реагирует на регулярную конструкцию, поэтому, чтобы попасть сюда, оно не сработает. А вот то, что я раскидываю каждый раз вот, кубики разного размера, то есть беру только один кубик, заменяю на кубики следующий, можно было попробовать как бы, не как в обычном, как в множестве, просто у нас каждый раз кубики делились вот на одинаковые, все кубики делились на одинаковый размер. Да? Ну, а тут я беру только один кубик, заменяю на другие, на кубики более маленькие. А потом следующий кубик я заменю на еще более маленький. Это ровно нужно для того, чтобы отличить вот эту емкость от мер культур. Ну, да. Хорошо. Эти, вот, примерно больше не успел. Вот сюда. Давайте так, поговорим докладчикам. Вопросы, пожалуйста, комментарии, замечания. Смотрите еще раз, если альфа равно d, то там на самом деле это неинтересно. У емкости получается. Значит, потому что вот смотрите, из формулы видно, что где примерно отличие, что если у нас покрытие, вот мы покрываем множество d каким-то вот как обычный корпус Дорфа, да, но если у нас покрытие будет
множествами, которые идеально перенесительно колеблются, то есть они все, вот, например, колеблются не более чем в два раза, или там как-нибудь еще примерно там. Разница между L-ку маленьким и L1 при Q меньшем единице. Вот, нам надо, чтобы был достаточно разбросан этот диаметр. Как раз. А при старшем размере, если размерность ровно D, то там получается мера Гусдорфа — это просто мера Лебега, и меру Лебега можно приближать с шариками одинакового размера. Вот, например, вот. Поэтому там не сработает в полный размер. Что? То есть, в принципе, неопределенность, вот он не верит. Ну, смотрите, чтобы получить D, вам нужно P равное двойке взять. А это как бы, если мера впала в L2, то это интересно. Ну, можно, конечно, сказать, что вот если у нас Лоренц, то есть тут параметр второй взять больше, чем Q, что там вот больше двойки, то есть L2Q, где Q больше двойки. Вот это твой вопрос. На самом деле, вот эта вот конструкция, она дает какую-то сингулярную меру, но оценки какой-то данной емкости никаких нету. То есть конструкция сработает, чтобы получить сингулярную меру, но как бы... Еще вопрос? Если больше вопросов нет, то благодарим докладчика еще раз.